затаив дыхание. Мы прыгаем в пучину приключений. Опасный, жестокий мир уже ждет нас с распростертыми объятиями. Удачи! Фон Кройн, ending ultimately in this terrible business. Окей, мисс Крофт, насколько я могу судить, вы сейчас находитесь на здании VCI. В двух шагах от нашего большого приза, Ириса. Точно. Отлично. А теперь самое веселое. Да, немного попрыгать по крышам. Веселое? Легко говорить, сидя внизу, тебе не кажется? Да ладно, выше нос! Вперед из песни! Пора начинать вечеринку с Зипом! Поехали! Йоу, что это, Джимми Хендрикс? Лара, ты слышишь меня? Лара! Отстань, а! Оу, это было круто! Что-то случилось, а? Ничего, Янки, забудь, я вхожу. Я внутри. Окей, давай-ка посмотрим, чем тебе заняться. Выходи из вентиляции в главный коридор. Сейчас ты на 13 этаже. Несчастливое число. Несчастливое для них. Кто-нибудь меня встречает? Я сквозь стены не вижу. Я же не какой-нибудь супергерой. Вот это я заметила. Какой острый ум, смотри, не порежься. Помни, чем меньше шума, тем лучше. Спасибо, эта мысль приходила мне на ум. Просто увожу тебя в курс дела. Хватит болтать. Выходи на связь, если что-то увидишь. А, ну что за отношения? Итак, давайте осмотримся. Нет, ну вы только посмотрите, какой на Ларке симпатичный сейчас костюм. Все в обтяжечку. Разве что косичку не спрятала. Она, однако, с окружением у нас не сливается. Недоработочка. Видишь это? Ого-го! Вижу! И даже слишком хорошо! Похоже на костюм Халка! Можешь сказать мне, откуда здесь это? Я не уверен. Я слышал, что они разрабатывают какой-то защитный костюм для военных. И это явно не защита от комаров, клянусь пирогами моей мамы. Тут я с тобой согласна. А оружие? Не могу сказать точно, но скорее всего низкочастотные лазеры. Невысокая дальность стрельбы, но если уж достанут, выйдешь оттуда только в пластиковом пакете. Понятно. Да уж, конкретно понятно. Хорошо расписал. Красочно. Ну что ж, побережемся тогда от этих здоровячков. Чем-то мне этот уровень, конечно, напоминает Неваду в третьей части. Однако на этот раз вместо шикарных штанишек на нас непонятно что. Лара играет в шпионку. Хотя, с другой стороны, это также напоминает стиль Ады Вонг. Тихонечко, тихонечко. Стелс и все такое. Особенно шестая часть Resident Evil. Чудно. О, прыгни скорей! Ай, ныряем, ныряем, ныряем! Все, спрятались. Мы сейчас идем как раз туда, где был этот типа Халк. Здесь вот розочка. Да. Именно так. Однако вот такая винтовочка, как у нас, она против этих Халков не работает. Так что придется как-то выкручиваться. Лара с собой ничего не взяла. Ни пистолет с глушителем. Вот только вот эта вот штурмовая винтовка. Но у нее
самые различные режимы стрельбы. Есть режим одиночного выстрела, есть по три выстрела подряд, а можно использовать чисто как автомат. Ну, нам сейчас в данном случае она нужна как снайперская винтовка, поэтому установлена она в одиночный режим. Нет, задумка все-таки хорошая. Мне нравится. К тому же тут добавили одну интересную штучку, как хедшот. Выстрел в голову выносит врага на раз. И это очень хорошо. Это, наверное, новенькое что-то для Tomb Raider. Хотя, может быть, в четвертой части это тоже реализовали, ведь там тоже был прицел. Однако, я лично не пробовала стрелять в голову до этого. А здесь это нам, в принципе, показано, потому как стелс и все такое. Так, ну давайте добираться до начала уровня опять. Эй, Лара, ты чё? Чё-то зависла. Я вообще не люблю стелс. Сильно не люблю. Однако приходится время от времени. Для любителей пощекотать нервы, скорее всего, придумали этот режим. Мне он не подходит, я боевой человечек. Вот начало уровня, только здесь уже на этот раз появились лазеры. Сейчас мы их будем проходить. Ай! Скорей, скорей! Ага, чудно. Все, уходим отсюда. Замечательно. Преодолели первое препятствие. Вау! Там даже муха не сможет пролететь. Как мне это выключить? Не капай мне на мозги. Я работаю над этим. И с кем мне приходится иметь дело? Не задавайся, милая! Я твои глаза и уши. И незамолкающая пара губ. Ну да. Здесь осторожно, опять цирковой номер пошел. Пошумим, и будет кранты. Это если вкратце. Однако у нас с собой есть молоточек, и мы можем открыть этот замочек. Вот. Тише, Лара, никто не работает. Она как мышка. Заметили, да? Наверное, нашуметь еще больше никто не сможет. Однако по какой-то причине нас не засекли. Видимо, для окружающих Лара и вправду тише мыши. Действуем дальше. Как бы мне занять такую удобненькую позицию? Я не знаю, отсюда меня может поймать тот Халк или нет. Мы так и будем их звать, Халки. Угу. Я просто попробую еще немножечко походить потихонечку, ну мало ли. Нужно держать винтовку наготове. Сейчас она нам пригодится. Да, вот так. Ага! Готово, 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 готово. Есть! Прям в яблочко. Это, конечно, очень плохо делать, но... Он ведь поднял бы тревогу, и нам же было хуже. Это необходимость.
Так, продвигаемся еще дальше. Ты только посмотри на это! Никакого уважения к правилам безопасности! Спит как младенец! Кто-нибудь может взять его идентификационную карточку прямо у него из-под носа! Кто-нибудь очень юркий! Подкрадываемся. И стреляем! Готово. Нет, я очень рада, что тут внесли такую замечательную штучку, как хедшот. Просто прекрасно. Даже не надо много патронов тратить. К тому же здесь каждая секунда дорогая. Если бы мы его разбудили выстрелами в него, естественно, он бы сразу включил тревогу. А тут у нас что? Нам же, наверное, по сюжету сюда надо было, да? А, нет, это, наверное, просто склад. Самый обычный склад. А карточку еще можно где-то в другом месте, я так понимаю, использовать. Ладно, уезжаем на лифте. Покатаемся. Как же меня смущает этот костюм на Ларке. Сильно смущает. Прям такой в обтяжку. Ну, конечно. Сейчас одного и второго сразу же уберем. Давай. Один, два, замечательно. Два потрясающих выстрела, сама себя не похвалишь. Но это еще не все. Здесь еще пост. Очень-очень осторожно. Ну что поделать, приходится и пользоваться стелсом. Блин, мы так в голову не попадем. Ждем, пока он развернется, да? Думаю, это единственная возможность. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Засек! Блин, ты смотри, что делает, а? Но зато патроны не потратили. Все нормально. Все как всегда хорошо. Значит, сюда нужно использовать идентификационную карточку. Ага. Здесь полно ученых, в которых мы стрелять точно не будем. Они нам ничего не сделали и не сделают, если мы не достанем оружие. А вот если достанем, включатся пулеметы, насколько я помню. Я чисто так, теоретически, решила в свое время проверить. А так-то здесь не обязательно убивать всех подряд. И меня это, если честно, даже радует. Ага, вот еще один ученый. Угу, диск. Чудесно просто. Теперь мы используем этот диск для того, чтобы пройти еще дальше. Ну, в принципе, как всегда, в играх и бывает. Используешь один диск, чтобы получить второй, а второй используешь, чтобы получить третий. В итоге мы к чему-то да приходим. Поехали обратно, чё. Здесь больше делать нечего. Так, ну да, в эту сторону мы идем сейчас. Здесь мы все зачистили, лазеры выключили. Да, прекрасно. Просто восхитительно. Ой, просто чудесно. Это самое ненавистное место вообще во всей игре. Сейчас цирковой номер будет, так что давайте.
Я пока помолчу. Ай! Эй! Мне надо... Ай! Надо, чтобы бомбы взрывались. Но взрывались подальше от меня. Ага. Скорей! Быстрей! Блин! Не то. Уходи! Ай! Скорей! Ух! Успели! Чудесно! Нет, это реально цирковой номер. Я даже не думала, что с первого раза получится. Но это еще не все, рано радоваться. Уходим отсюда быстро! Все. Мы в безопасности. Можно расслабиться. Ух, это был ужасный момент. Халк! О-оу, тебе придется как следует попотеть, чтобы переиграть этого полузащитника. Есть предложение? Может, отвлечь его чем-нибудь? Есть отличное предложение! Найти обходной путь. Мне кажется, не стоит злить этого здоровяка. Никогда не знаешь, что он может выкинуть. Спасибо за бесценное сведение. Эй, его лицо не защищено броней, верно? Можешь попробовать воспользоваться этим? Ты же такая крутая и опытная леди. Что-нибудь придумаешь? И за что я только тебе плачу? За мои обширные познания в области систем безопасности и непревзойденное мастерство в их взломе. Я уж не говорю об исключительных личных качествах, крошка. Да, и как я это не заметила? Эх, нравятся мне такие споры между собой. Отвлекать мы, конечно, это чудо-юдо не будем. Тут мы находим аптечку и все. Это все, что мы находим тут? Тут же еще что-то должно быть, правильно? Ага. И тряпочка. Тряпочка нам нужна, чтобы комбинировать ее с хлороформом и усыплять тех, кто нам мешает. Я ни разу не пробовала усыпить этого Халка, но мне почему-то кажется, что это на нем не сработает. Так что давайте просто-напросто... воспользуемся случаем и будем стрелять в лицо. Здесь у нас будет только немного времени. Да блин, Лара. У нас будет немного времени до того, как он нас пристрелит. Ё-моё, ну что ж такое, кругом одни баги. Знаете, я, наверное, сохранюсь. Не хочу опять эти бомбы проходить. Ну, теперь давайте попробуем. Ай! Скорей! Как раз вышел второй. Хотя, может быть, все-таки хлороформ бы сработал. Но мне кажется, в таком костюме Лара для него все равно, что муравьишка. Хлороформ, насколько я помню, лежит здесь. Так что определенная вероятность того, что хлороформ бы сработал на этом здоровяке, она имеется. Но я в эту вероятность как-то особо не верю. Блин, как раздражают эти выстрелы. Ай! Тараканы! Бегом! А, как они грызут ноги ей! Фу, какой кошмар, а! Какие-то подопытные тараканы. А если они чем-то заражены? Подлечиться надо. На всякий случай. А у тебя там какие-то антивирусные препараты еще, да, есть? Я так понимаю, в этой аптечке.
Ох, же эта карточка доступа. Всюду подходит. Скорей, скорей, скорей. Ай, ай, ай. Есть. Получилось. Опять какой-то диск. Угу. Вот, значит, в итоге, куда мы пришли. Нет, вряд ли. Вряд ли с хлороформом тут что-то получится. Угу, вон охранник. Почему-то за стеклом он нас не видит. Вообще не отображает. Давайте просто пристрелим его, потому что он нам только проблем доставит. А теперь бегом. Бегом, бегом, бегом! А вот это уже сложнее. Один пропуск для этой двери у тебя уже есть, но их нужно вставлять два и одновременно. И что это значит? Это значит, что как бы тебе ни хотелось, постарайся не убивать этого парня. Он нам нужен, ага? Но нам придется. Прости, парень, прости. Я этого не хотела. Прости, прости, прости. Как ты могла догадаться, мы тут не шутки шутим. Теперь тебе придется попытаться отыскать другой путь. Но чтоб ты знала, если бы ты меня хоть иногда слушала, этого бы не случилось. Прости, Зип. У меня не было выбора, мы собираем все секреты. Если так брать по-человечески, разумеется, я бы не стала убивать этого парня. Разумеется. Ну вот так вот разработчики решили жестоко спрятать этот секрет. Если бы у меня был выбор, естественно бы я его не убивала, но мне пришлось. Ай-яй-яй-яй-яй! По-дурацки, конечно, секрет спрятали. Не по-человечески это как-то. Ну ладно, я буду успокаивать себя только тем, что это игра. Ай, хотя я этого не хотела. Честно. Так, там же еще один охранник бродит, да? Блин. Придется сменить режим стрельбы. Вот так. Вообще вся эта ситуация как-то не по-человечески. Вот ради вот этого вот мы сюда и шли. Сейчас вот она вот проехала, да. Вот мне нужно вот сюда пробежать, и там золотая эта розочка. Дурацкая золотая розочка. Из-за нее мне пришлось человека убить. Но благо, что это игра. В жизни так, естественно, не поступишь. Ради такой ерунды. Ну что, давайте заберем Ирис. Самое время, я думаю. Да, все секреты на данном уровне мы собрали. Вот они, 3 из 3. Поехали. Скорей, скорей! Вот куда бежать? Да бегом, что ли? Быстро, быстро! Ай! Фух! Благо успели. Продолжение следует. Спасибо всем за внимание, за просмотр. С вами была Миссионер Джейн. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посетите мои творческие страницы ВКонтакте и на YouTube. Ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание. И до новых скорых встреч, друзья!